Друзья, всем привет из солнечного Колорадо. Меня один из моих подписчиков попросил сделать видео с улиц. Большой вам привет. Но по улицам я особо не хожу, в основном езжу на машине. Поэтому, когда я куда-то хожу, примерно это выглядит вот так вот. Поэтому пусть это будет аналог моего видео с улиц. Это национальный парк, называется он Garden of the Gods. Есть один в Иллинойсе, штат Иллинойс. И есть настоящий, как бы, более большой Колорадо. Вот мы сейчас здесь находимся. Нам приехали друзья из нашего любимого штата Кентукки. Но у них маленький ребенок, ему 3 года. Он нереально огромный для 3 лет. И он, в общем, сейчас уснул, устал. Вот. И поэтому у нас такой небольшой перерыв, пока он дремлет. Мы тут осматриваем вот эти вот скалы. Парк нереально огромный. Тут можно ходить, гулять, как хайкинг тут называют. Короче, можно просто ехать на машине. Там есть туристический центр огромный. В общем, вот так вот. Горы, горы, горы. Вот так вот выглядят мои улицы. Продолжение. Привет, друзья. С кучей американцев. Ходим по Garden of the Gods. Столько всяких троп разных. Мы, короче, заблудились. Вот, но, собственно, хорошая новость, что как-нибудь мы отсюда выберемся все равно. Вот. Это очень красиво. Очень много гор. Видите, там вдалеке, кроме американцев, есть еще горы. В общем, я отхожу от своей аварии потихонечку. Хожу по горам. Вот. Так что вот так. Сейчас хочу вам что-нибудь красивое показать, как всегда, когда у меня есть возможность записать. Ничего красивого по дороге не бывает. Сейчас покажу, там есть такие горы. Видите? Очень-очень классные. Тут везде, на самом деле, такие. Тут можно арендовать лошадей. Называется национальный парк Garden of the Gods в Колорадо. И можно даже арендовать лошадей, с вами будет тут на лошадках кататься. Но, походу, никто лошадей не захотел арендовать, кроме меня, поэтому мы гуляем пешком. Что, впрочем, тоже неплохо. Давайте посмотрим. Смотрите. Вот горочки. Горочки, пригорочки. И тут очень много таких дорожек для туристов. Тут есть знаки периодически. Какая-то дорога. Зомби. С нами 3-летний мальчик, который очень энергичный. Oh really? You have a knife? Yeah, and I hit him. Oh wow, that's cool. And with that thing. Really? Okay. Короче, мальчик сказал, что тут есть какие-то зомби и что он их всех с ножом перебьет. Представляете? Так что у меня есть маленький защитник. Можно теперь ничего не бояться. Ну давайте, наверное, подожду немножко. You walking with me, honey? Немножко подожду, и энергию у него, я вообще не знаю, откуда она берет. Немножко подожду, еще что-нибудь постараюсь поснимать. Вот, так что, поскольку я же сказала, что я по улицам особо не хожу, только езжу на машине, поэтому буду снимать из национальных парков. Конечно, тут еще велосипеды арендуют. В общем, тут очень много всего, и можно целый день сюда приезжать. Очень классно. I speak Russian. Он смотрит на меня и не понимает, что я болтаю. В общем, так. Ладно, это он что-то. I don't know what you sound like. You don't know it. Он говорит, не знаю, что ты говоришь, непонятно. It's funny, right? He's like looking, trying to understand. That's funny. Yeah. I don't know. Мы встретили женщину на лошади, которая показала нам дорогу. Смотрите, какие тучки сзади. Короче, мы сейчас, похоже, вымокнем. Как? Не знаю, кто. Ой, тут какашки везде. Лошад, лошадок. Надо очень аккуратно тут ходить. Видно вам тучки? Сейчас попробую показать. Смотрите. В общем, жесть. О, мой гаваш! Really?
Там американские типичные разговорчики. Смотрите, какая красота и какой там, какое небо. Come on, buddy, we're gonna get wet. Go. Go, hurry. We are gonna get wet. Yeah, we're already wet, almost. Короче, дождь уже начался. И мы мокнем под дождем. Вот, ну ладно, друзья, на самом деле очень классно. Вот, привет всем из Колорадо. Хорошего дня и отличное настроение. Ходите в погоду, занимайтесь спортом. Все будет хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи в новом видео. Пока-пока. When we parked, seemed like we were up kind of high. Yeah. Like, where are we coming down from? That was a sign. I see it right down.